Добрый день, уважаемые садоводы и огородники! В этом видео я расскажу, как я буду омолаживать огуречные плети на грядке в открытом грунте, чтобы собирать урожай огурчиков и в августе. Вот видите, все вот такие листья, которые желтые, пожелтевшие, их нужно убрать. Потом нужно сделать осмотр грядки, посмотреть, есть ли на грядке перезревшие огурцы. Вот такие вот перезревшие огурцы, сейчас я сорву один, вот, их нужно все убрать, потому что перезревшие огурцы – это сигнал для огуречных плетей, что нужно заканчивать плодоношение. Огурцы правильно нужно собирать, чтобы не было переростков на грядке. Вот после того, как я все это соберу, вот, кстати, у меня еще есть одна грядка, которую я сажала раньше. Ее приходилось укрывать. На ней я собирала уже очень много огурцов. В первую очередь на ней поспевали огурцы. Здесь тоже так же проведу обрезку листьев, уберу все старые огурцы, и дальше что нужно сделать? Нужно листья опрыскать мочевиной, взять 10 грамм на 10 литров воды, чтобы они вновь начали расти. Также можно взять одну ампулу эпина, растворить ее в 5 литрах воды и опрыскать огуречную грядку. Вот такие несложные мероприятия, как удаление листьев, уборка старых огурцов, опрыскивание мочевиной и эпином помогут омолодить грядку, и огурцы будут плодоносить весь август. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.